Я электрическая рыба-уха. Ой, да-да-да-дам-да-дам, паровозик Потапыч первый. Вдох тебя будем швырять об асфальт, и все. Всем привет! Сегодня будем смотреть интересные постройки Твисти. Вот этого грибочка. Привет. С чего будем начинать? Давай загружу... Может, того человечка? Вот. А, на турнике? Да. Давай. Который занимается спортом. Где он? Я его спал, загружаю. О, все, вот так. О, так, вот это человек на турнике. Тут есть две кнопки. Одна кнопка красная, другая зеленая. Красная, наверное, все взрывает, а зеленая, наверное, все чинит. Ладно, дальше. Тут есть еще два турника. Много коробочек, которые можно толкать вот так. Я бы уже с коробочками играл, мне бы веселья хватило, но тут еще человечек есть. Его можно раскачивать, нажимая на зеленую кнопку. Ого, он спортсмен. Ты, ого, а куда-то он едет, ну ладно. Что-то мы не так вроде сделали. Заново закрути, пожалуйста. Хорошо. Что надо делать вообще? Короче, вот эта зеленая кнопка, она раскачивает этого турникмена. Турникмена. Пускает его. И, короче, цель попасть в коробки. Стой, не трогайте коробки, не дышите на них, они должны стоять. Так. Я его, ого, у него там ноги поднимаются. Так, этот спортсмен начинает крутиться. Оп, 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 оп. Блин, зато он спортсмен. Теперь мне надо его нажать. Ой, что-то не дает, вроде бы. Может, ты попробуешь? У меня что-то не очень получается, так сказать. О, коробка. У меня немного лагает. Этот, не обещаю, что попаду. Хотя, стой. А, ну ладно, давай. Погнали. Разгон, разгон. И. Я же нажал. А что он завис-то? Вот это он спортсмен, я не понял, как он так стоит. Может, ты его вылечишь? Ему там нехорошо, видно по его выражению лица. Аж турник крутится. Ну, у меня даже дальше пролетел, наверное. А у меня, короче, лагает. Он так сильно упал, что даже коробка упала. Где? Это похоже на коробки из, этого, из Poppy Playtime, когда одни хаги-ваги улетают, только тут коробки улетают. Стоп, как они починились сами? А. Ладно, я понял. Давай, я попробую все-таки. Давай. Ух, топ, субскрайб, ну. Подписывайся. Ладно, давай, куда нажимать? Давай. Опа, а что у него турник-то крутится вместе с ним? Воу-воу-воу! Когда он стукнулся животом в турник, ему, наверное, было немного больно. Будем пытаться до того момента, пока он не долетит. Кстати, я могу. Мало, ну уже не могу. Давай, сейчас я, потом ты попробуешь. Давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ладно. Бедная голова этого человека. Человек, мы с тобой пройдем немного опытов. Не переживай. Со спортсменами всегда опыты проводят. Все нормально. Да. Не переживай. Мы только тебя будем швырять об асфальт и все. Давай, еще. Огонь. Ну, у меня опять лагает. О, а что если я опять нажимать на кнопку? Ого, он превратился в этого. Он теперь гусеница. Это гусеница. Бесконечный симулятор гусеницы. Куда вы? Стой, можно я тоже с тобой покатаюсь? Да. А что если он будет еще? Давай. Вперед, вперед. Давай я шпателями возьму. А я не надо, заново грузи. Хорошо. Блин, кто это сделал? Спортсмен бедный, очень. Давай, я попробую финальный раз, если не получится, то все, я сдаюсь. И... Я бы сейчас бы попал, но у меня капец как лагает. Ну почему-то именно когда я турнику... Да что такое, он стукается то ногами, то руками, то головой. Там по асфальту. Все, ну вот теперь я попробую, и если не получится, покажу другую постройку. Хорошо. Я согласен на такие условия. Давай, супермастерский бросок от грибочка. Ай, давай, раз, два, огонь. О. Не, видно, не судьба. Ну, ему сейчас было не так, что и больно, потому что он не в асфальт врезался. Молодец. Давай покажу мой шпароход из Fortnite. Давай. Я его не видел. Я только видел еще мини-игру твою в Дискорде. Понятное дело, где еще я мог видеть. Это... Что это за чупакабра?
Ладно, неважно. Один джетпак мне, спасибо. Удалите его, пожалуйста. Что это за сфера? А. Это, короче, стеклянная сфера. Чистое стекло. Честное слово. Не, отсюда заходи, здесь палки мешают. А, ладно. Что теперь? Круг немного какой-то странный, некоторые места у него толстые. Ой, блин. Это, знаешь, это лак-машина. Да. Тут есть какой-то Е, и можно стрелять. Стоп, Аркону стоять на месте. Нам придется провести над тобой опыты. А, я понял, что это делает. Арконус, Абобус, там стой. Отфиксируй меня, пожалуйста. Подожди, я... Кибер, можно тебя подцепить, пожалуйста? Ты не будешь дергаться. Давай. Ты меня. Ладно, Кибер первый. Расфиксируйте меня уже. Я устал висеть в небе. Это, конечно, круто, но... Я не могу... А, вот всё. Спасибо, что встал. А, типа... Просто я от первого лица там делаю, когда... А здесь... Я легко научился. В смысле? Да-да-да-дам-да-дам. Паровозик Потапыч первый. Поехали. Мне еще вечность дать. Или две вечности. Так, нажми кнопку F. Ой. Ну не надо было, гарпуном стрелять. Паровозик Потапыч первый. Не, давай заново. А, вон, все нормально. Поехали с тобой, ой. Нормально так. Желток отделился от белка. Вот это напоминает. Из гарпуна не стреляй, подожди. Тебе надо сначала... А там багается. А, давай еще раз. Грузи заново, наверное. Я загружаю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Жалко, там нет красных кнопок, я так люблю на них нажимать. О, тут есть одна. Только захотелось красную кнопку, она сразу появилась. Можно нажать? Сейчас. Ничего не знаю, я уже нажал. Нажимай. Расфиксируй, пожалуйста. Сначала на F. Где эта хрень? Точечка. Все вижу. Все, я уже научился это все делать. Я нажал на F. Музыка ожидания в лифте. Появляйся. Мы смогли установить один шароход, который сломался через 10 секунд. Мы профессионалы. Да. Нет, не надо, не стрелять. Не надо, Арконус, ты сейчас все испортишь. Я уже 100 тысяч лет жду. Ура, я шара танк. Ну, блин, это что такое вообще? Все, оценка 0 из 10. Подожди, давай я сейчас его сделаю, потом стульчиком... Ой, не сядь, а ты стульчиком туда внутрь зайди. Ладно. Я не понимаю, почему оно отделяется от друг друга. Ладно, ждем, пока Твисти все сделает, и пока можем играться. Ах, Арконус, тут еще Абубус меня хотел стрельнуть. Играем в сейфти малики. Давай, мне как раз нечего делать. Ух ты, хакер. Пока, Кибер, ты был хорошим другом. Все. Это будет со всеми, кто будет пытаться выигрывать меня в крестиках-ноликах. Я не встал туда. О, все. Да неужели все? Да. Почему оно работает с тобой, с мухомором, а со мной, человеком в кепке, не работает? Меня Арконус хочет убить. А. Садись на сиденье, ты там... Эх, Кибер, это страшнее смерти, знаешь? Я соглашусь. Я тоже так... Я знаю это на своем опыте. Ладно, с тобой такое уже было много раз по моей причине. Ну ладно, это не особо важно. Давайте. А, мне садиться в стул, потом прыгать и садиться во второй стул. Меня сразу тремя арконами ухотят. Арконус, у тебя есть хотя бы немного добродушности? Подожди, подожди. Я удалю этот стул. Чего? У тебя есть немного добродушности, мутант 1400 года? Нет, он ты человек. Смерти. Я же бог бана всю, как-никак. О, да, спасибо. Я как раз так и хотел. Давай. Едем в попадите море. Попадите прямо в лоб. Не надо, уберите гарпун. Вы раздваиваете колесо на две части. Если вы не удалите гарпун, то я уйду в другую команду. Я хочу Кибера в этот, да. Не надо его, он я хороший. Я принимаю крайние меры. Пусть Фьюри. Все, Арконус, это наказание тебе за Кибера. Нет! За Кибера. Минус Арконус. О, привет, Твисти. А чё мне можно делать? Уважает Арконус. Ой, меня лагает. Короче, в ней можно крутиться. Крутиться? И стрелять из гарпуна. Ну, это я лично так понял. Ну ладно, у меня есть идея, что можно стрелять из гарпуна. Ты любишь свое колесо? Хотя бы всегда находиться рядом с ним. Да. Ой.
Ладно, я вообще-то хотел в тебя попасть, но ладно. Все, дубль не получилось, я заново все делаю. Это сломанное колесо. Все, я придумал название этого механизма. Это все, просто сломанное колесо, которое умеет раздваиваться на две части. Ух, я упал. Да нет, все нормально. А, типа, когда я сидел, оно раздваивалось, и когда я нормально. Ладно, это все из-за меня, я все понял. Но еще это такси, только вот. Правда, если воду по воде поехать, то того, кого ты водишь, уже, ну, как сказать, ему радостно не будет. Ну, типа, можно посмотреть на кибера, которого я перевожу. Это все из-за моего гепардика на плече, оно вкусило ухо. Хочешь механизм покажу? Ну, тут, если честно, понятно. О, от первого лица, блин, как круто. От первого лица кажется, как будто какие-то палки перекручиваются рядом с тобой, и ты в какой-то машине по опытам над людьми. Ты сбегаешь, нет, ты похож на... Бывают же такие клетки для хомяков, где они бегают и электричество делают. Я как будто хомяк, бегаю и работаю. Ауч, мне очень больно. Новый хештег, ух, хомяк. Я не хомяк. Я вырабатываю электричество, чтобы мой компьютер работал. Ух, электрохомяк. Нет, я электрическая рыба уха. Пишем все хештег ух, выделяет электричество за счет хомяка. И ух топ. Да, ладно. Это самый главный хештег. Так, что теперь делать мне с этим? Ну, хотя бы на колесо есть. Давай смотреть следующую постройку. Колесо бежит за мной! А, все, не бежит.